Спасибо вам большое. Не-не-не, танцуйте, продолжайте. Я немножко зачитаю интро. Па-па-па-ра-па-ра-та. Всем привет! Все суетятся, хотят урвать, а нам наплевать, мы продолжаем забивать, изучать вопрос, как жить в этом современном мире. Развиваться, зная, что все вокруг нестабильно. Очень уверенно все говорят, как надо жить. Но если из всех мнений построить, то он рухнет тут же. Не надо заходить издалека, по-своему надо понять всех и всегда, кто бы нам напоминал. Всем большой привет, меня зовут Наташа Грум, я очень рада видеть вас на своем канале. И, как вы понимаете, сегодня в видео пойдет разговор о таком исполнителе, как Кравц. Кравц дал свой большой концерт из Presny Family 11 апреля в моем самом любимом клубе Москвы, который называется Yota Space. Это ни в коем случае не реклама, потому что клуб мне нравится, я хожу туда практически на каждый концерт, и эта информация просто хотелось поделиться с вами. У меня заготовлены некоторые видео, и плюс будет видео с моей самой любимой песней, с моим самым любимым треком, который называется «Вспоминать». Смотрим. Я буду вспоминать, исчерпать силы, что в своем стиле дальше идти мне. И не сбить меня с пути ненужными законами, не сорвать мне голову ненужными законами. Уважение к своему опыту, за эту школу, поклон моему городу. И я буду вспоминать с улыбкой все судьбы, подарки, все любви, моменты. Я буду вспоминать, исчерпать силы, что в своем стиле дальше идти мне. Навстречу судьбе время было разное, дарило экстазы, наказывало, но мы остались в своем уме. Не, конечно, были тупые моменты, но полный бред в голове, базара нет конкретно. Но важно ли теперь все это? Этот вопрос уже сложнее, чем ответ мой. Я буду вспоминать с улыбкой все свои попытки, все свои ошибки. Я буду вспоминать, исчерпать силы, чтоб в своем стиле дальше идти мне. И не сбить меня с пути ненужными законами, не сорвать мне голову ненужными загонами. Уважение к своему опыту, за эту школу поклон моему городу. И я буду вспоминать с улыбкой все судьбы, подарки, все любимые моменты. Я буду вспоминать, исчерпать силы, чтоб в своем стиле дальше идти мне. Было время, мы чекушки бухали. К сожалению, Кравц не собрал весь зал, но публика была очень теплая, приятная, и у него, знаете, такое количество фанов, что я просто, на самом деле, я офигела, когда увидела эти плакаты, и эти фанаты, причем знают хорошо всю Presny Family, то есть если девушка-диджей играла, фанаты попросили попить, потому что было в клубе на самом деле очень жарко. Так девушка-диджей спустилась, ну, с пульта и кинула, и дала им попить. Просто так бросила на первый ряд и все, а я, как обычно, стою в первом ряду, поэтому вот так вот увидела. Также хотелось бы вам рассказать, что продолжается отбор 200 видеоблогеров. Об этом вы можете посмотреть в других видео, которые здесь есть. И вот еще что. У меня сейчас идет такое расслоение аудитории. И я так понимаю, что на канал подписываются те, кто любит машины, и те, кто просто смотрит какие-то видосы, которые им нравятся. В связи с этим хочу вам сказать, что хочу рассказать для аудитории, которая любит машины. 15-16 мая на автодроме Мечково состоится первый этап российской дрифт-серии. Соответственно, постараюсь там быть, отснять, рассказать. В общем, если будут видео про тачки, они будут уже в мае. Так что так, сейчас пока идет череда концертов, у меня очень большой материал о концертах в Yota Space, и я хотела бы вам рассказать, показать, поделиться. Насчет ништяков, я не знаю, будет видео или нет, и я не знаю, как с аудиторией, здесь все так сложно на самом деле, я бы никогда не подумала, что будут подписываться и те, как-то, ну как так получилось, вот, поэтому
Я думаю, что все будет круто. Огромное вам спасибо за 2000 с чем-то подписок. Это прям, знаете, я никогда запускала свое первое видео 8 февраля, я не думала, что будет вот так вот круто все развиваться, так делаться. По поводу качества контента, непосредственно качества, я хочу в скором времени купить нормальную камеру, потому что я вижу, как YouTube сжимает качество, у меня в HD пишет в HD, и вы можете посмотреть то, что она там стоит значок HD внизу, да, ну где-то здесь, наверное. Но мне очень не нравится, нету такой глубины, я и разбавляю какими-то там фильтрами, пытаюсь или не, и если не пытаюсь, то все равно YouTube сжимает, и качество видео теряется, я это прекрасно понимаю, я буду над этим работать. И также есть возможность у меня в скором времени взять экшн-камеру и снимать уже полноценные влоги из жизни, то есть как я перемещаюсь куда-то, как хожу, что смотрю и так далее. Но, в общем, это все понятно. Все равно хочу вам сказать большое спасибо за такое количество просмотров, за такое количество подписок. Я, честно говоря, как-то, ну, когда начинала, я не думала, что будет так вот. Поэтому я жду еще одну девушку, которая наконец-таки, я думаю, хоть как-то замутит свой канал. Мы с ней, вы ее наверняка тоже знаете. Мы замутим видосы и снимем. В общем, будет очень классно. Ну, по крайней мере, я так считаю. Да. Я надеюсь, это видео вам хоть как-то понравилось. Следующее видео, может быть, тоже будет с концертов, я не знаю, я еще пока не решила, потому что тут планы меняются постоянно. В общем, спасибо большое, я вас очень люблю, правда, и всего вам хорошего. Как нежно на меня она смотрела, она не говорила, она пела, ее глаза и тело. Сходил меня с ума, постепенно, с каждым моментом, все сильнее, все люди убежать поскорее. Уже в этой суете прекратится день. Все как целоваться с этим день. Немного душевной теплоты. Там тебе там. Немного этой сладкой игры. Там тебе там. Эту простую суть. Там тебе там. Ну и всю себя, малыш, не забудь. Она нравится мне. Ай-яй-яй. Очень скоро на тебя доберусь я. Не ошибся, я уже горюся. Она прониклась мной. Ай-яй-яй. Мне с ней легко. Не надо по сто раз объяснять ничего. И любой мой разговор есть прикол. Она не одна из этих гламурных тел. У нас не все крутё. Она нравится мне. Ай-яй-яй. Это нас влечёт вперёд. Никаких быстрее. Пусть все идет, как идет, пока нас прет. А вообще я видел много девочек, и по-разному падал свет. И вот походу типа.